Добро пожаловать всем на ретрит в христианском социальном центре «Новое время». Тема нашего ретрита – поверхностность. И второе – это как изменить свое мышление. Надо смотреть дальше, чем проблема. Почему я сегодня провожу этот ретрит? Почему я вас собирал? Почему я так настаивал, был настойчивым, что я прошу вас быть на ретрите? Чтобы у вас развить аналитическое, креативное, критическое и так далее мышление. Чтобы у вас оно развилось. Иначе, я понимаю, я могу найти 10 миллиардов причин. В Библии показать вам миллионы причин. Но если вы не будете вот так размышлять, слушайте, то ничего не получится. Что такое критическое мышление? Критическое мышление – это способность человека в определенные моменты времени честно самому себе, разбираясь в себе, признавать, где у него есть ошибки, где у него нет ошибок. Нам нужно это признать. То, что мы будем развивать, или то, что мы развиваем здесь, называется, словом одним, практическое мышление. Ну а для убеждений мы будем сегодня с вами говорить о системе. Для того, чтобы убеждения появились, они сами по себе не возникают. Для этого нужно очень много об этом размышлять, думать.